Погоди. Привет, народ, с вами Кто? С вами Кьюбер. Я уже знаю, и добро пожаловать, как-никак, на мой канал. И мы продолжаем с вами играть в Uncharted, судьба Дрейка. Но это другое дело. И это вторая глава, у меня уже накатались и первая, и мы уже с вами успели поиграть в Fortnite. Уже, я думаю, нашелся один человек, который будет с нами играть. Это ваш любимый неповторимый Дастер, я немножечко простыл. Я могу шморгать микрофон, но постараюсь этого не делать. 16 века. Рискованная затея, но... Послушаем их. К тому времени, когда до него дошло, я уже... Нейт, ты меня вообще слушаешь? Внимаю каждому слову. Только зря воздух сотрясаю. Да-да. Так, ну, я предполагаю, мы просто с вами идем по тропиночке. Да, ты знаешь, что вы мне показываете. Опа, какой мастер лазания. Надеюсь, эта голова будет немножко подлиннее, не как первая. Fortnite уже нашелся один человек, который ты будет с нами играть. Что Фрэнсис Дрейк и это в очень края. Даже классно. Отсюда до Англии это далековато. Ваш Дастер. Я, наверное, уже второй раз сказал. Слушаем. Ну? Я не вырубаюсь. Судя по координатам, это прямо здесь. Может, ты просто не так смотришь. Дай сюда. Нет, мы на месте. Тут ничего нет, Нейт. Опять мы зашли в тупик. Тихо, Салли. Расслабься. Давай лучше осмотримся. Итак, осматриваемся. Я шморгу, чихаю, ужас. Да. Но состояние более-менее стабильное. Ну вот мы с вами что-то и нашли. Это я понимаю. Ой, блин. Да. Нет, болеть я вам не советую, потому что сам вот лет до них. Вчера заболел. Так, я так предполагал, что надо лезть на эти колонны, потому что смысл... Не, может кто-то еще на них выдвигать? Пока ничего. Ну вот видите, я... полез. А? Вы видели, я чуть не упал. О-о-о, прыжок веры. Так. Окей. И что дальше? А, он лазит. Ага, тут надо перелезть. Допустим. Как он шустро так лазит, а? Так. И что дальше? Может, только от сокровища? А, стоп. И что дальше? Опа! Вы посмотрите. Ой, боже мой. Так, ну пойдемте в секретное подземелье. О, мыши. Я его сразу видел, я думал, вначале это ловушка, это мыши. Прыжок веры. Прыжок веры. Итак. Какое милое, уютное местечко. Не совсем то, чего ты ожидал, да? Да. Ну и где все золото? Отсюда все вынесли много веков назад. Вшивый британский пират. Это сделал не Дрейк. Посмотри. Испанцы побывали тут еще до него. Ты чего, Салли? Нет, не нужна мне эта дурацкая железка. Я в долгах, как в шелках. Я рассчитывал, что нам повезет. Что, ты все пропил в барах Лимы? Да, и плюс пара неудачных сделок. Я всегда говорил, держись подальше от плохих парней. И плохих девчонок. Да? Кто бы говорил? Это ты о чем сейчас? Та репортерша. Видал я, как ты на нее пялишься. Елена? Перестань.
После того, как мы ее бросили, мне явно ничего не светит. В любви и на войне все средства хороши. А если одно не отличить от другого? Тогда, мой друг, у тебя проблемы. Да, не везде. У всех проблемы, друзья. Эти испанцы даже не прибрались за собой. А как они могли прибраться? Опа. Вазочка, я хочу побить. Давайте. Опа. Увидали? Ой, извините. Я совершенно случайно. Так. Осторожно, Нейт. Высота немалая. Как я понял, нам надо перебраться в ту сторону. Че, ты взял пистолет? Надо как-то перебраться. Может, конечно, тут надо... Пострелять мне? Бочка. В четвертой части тоже были такие темы, что... Надо что-то взорвать, чтобы перелезть или еще что-то сделать. Опа. Так. Пролазь, Салли, давай. Ну-ка, дай я. Ну ладно. И раз. Раз. Я придержу. А ты найди, чем бы ее подпереть. Может, ты колонну упасть, что надо? Ага. Ага. Держи, браток. Все, отпускай. Наверное, выдержит. Ключевое слово «наверное». Ну вот и не до конца. Что-то ты не рассчитал. Будем надеяться, что так, тут есть чёрный. Так, что делать дальше? Наверное, туда подлезть? Нет? Знакомо выглядит. В записях Дрейка что-то такое было. И я полагаю, надо открыть дневник. Он везде, он в каждой части, это естественно. Но я его открою. Нашёл. Видимо, это что-то вроде лампы или жаровни. Он нам очень помогает в всяких головоломках. Ну вот, ты ныл про мою сигару, она, видишь, пригодилась. Я его сигара, как сигара. Пригодится и в плохом, и в хорошем моменте. Мне надо по ним пролезть, чтобы потом раскачаться и прыгнуть туда. Да я постреляю. Опа. Надо как-то расчистить этот завал. Класс! Красота! Что теперь? Прыжок Вера! Нет, не прыжок Вера. Опа, давайте я эту тоже расстреляю. Так, что делать? Может спуститься вот по этой штуке? Нет, она слишком крутая. Все, смотрите. 30 назад я бы, наверное, так смог. Да ладно, ну нет. Ой, ну вот не умею я играть. Понимаете, да, ребят? Да я хочу туда, вот. Не смешно. Вот. А что тут смешно? Что не смешно, бро? Давай, 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 давай. Они еще выдвигаются? Так, что дальше? Опа, она, вы видели, я ее оттуда разбила, теперь она живая, ты живая, твоя. Она живая. А мне надо помочь тебе как-то спуститься, но как? Может, ты тоже полезешь, а? Старый пи... Ага! Допер, мне кажется, полезешь. Под этим завалом лестница. А вот и нету завала, видишь, как? Все. Удобно. Ой, заболел я, ребят. Опять эта штука. Зажигайте, друг мой. Ты
Ой. У нас что? Блин, джойстик так вибрирует. Я, как вы заметили, уже играю на PS. Потому что Uncharted эксклюзив для наших дорогих приставок. Интересно, есть эксклюзив для Xbox? Посмотрим. Офиг, да? Опа! Нежданчик. Что это, по-твоему? Стоп, я узнаю эти символы. Ну, естественно, ты их узнаешь. Порядок этих знаков имеет значение. Ага. То ли их нажать по очереди надо, то ли что-то еще. Да, не нажимается, все понятно. Так, первое, давай смотреть. Это какая-то такая фигура. Где же она? Нет. А есть еще где фигуру? Вот кроме тут. А, вон вижу. А, во, вижу. Полезли. Опа. Эй, что-то происходит. О, тут, наверное, надо пролезть. Следующее. Это? Да. Блин. Не уверен? Нет. А, ёпрст-то. Да я понял, сейчас все исправим. Это первое. А, это третья. Вторая, типа, что-то похожая на птицу. Так. Да ёпрст-то. Давай, залазь. Тебе говорю, залазь. Это не ты. Это ты? Ага, это ты. Давай. Ну да, все логично. Ты просто была по очереди. Побить. Ну, это, я так предполагаю, третье. Да, это третье. Да. Ну, и где-то последнее, которое с этим грозным лицом. Так, вот так. Полезли. Грустное лицо. Если, я думаю, вторая часть она будет, уже набралось аж 5 лайков. И она правда будет. Вот уже 5, еще пятерочку, так вот я... Ребята, и все, и будет вторая часть перчатки бесконечности Fortnite. Да, там сбоку вроде бы лестница. Жди тут, я слышу. А, прям вообще класс. Ладно, а старик это не муж, а? Только поосторожней там. Это не про меня, друг. Осторожности я, мы не дружим с ней. Так. Старичок? Может, мне на него как-то... все. Какие-то подозрительные шипы? Правда. Ой, какие черепочки. Водичка. Уже что-то. Мне бомбочку сделать? А что тут? Мы сейчас со мной одного сокровища нашли. Ну, что, ты же прыг? Не собираешься плавать в этой жиже? И не в таком плаву. Собираешься, конечно. Или нет? Ой, да ну заново, что все?
вообще с радостью со своими подписчиками поиграю в какие-либо другие игры. Но, по крайней мере, вот Fortnite, я думаю, это идеальная игра, чтобы с вами сблизиться и поиграть. И уже тем более Duster нашелся. Так. Где бывший зуб опять? Нет. Но кричал он жутко. Поехали. Салли, ты с нами? Так. Я весь промок. Ты, видимо, забраться? Нифига я, блин. Акробат. Ой, ёшкин. Блин. Да, я могу убирать и умирать по-глупому. Кто-то мне говорил, в этой части будут всякие зомби. Блин. Я, честно говоря, страшусь. Я не люблю ужастики, я признаюсь. Я этого всего боюсь. Так. Сюда. Видите, как все просто. Получилось! Я вижу. Перебрался! Сможешь открыть? Братан, да легко, смотри. Бомбочка! Погнали дальше. Блестяще! Ну, я знаю. Давайте теперь. Я думаю, эти вазочки, они мне что-нибудь потом дадут. Так, Салли, тут уже нужно вдвоем. Давай. Молодец. Так, вот. Ну, конструкция, знаете ли, тяжелая. Не тяжелая, легкая какая-то. Ну, пройдемте потихоньку. Ой-ой-ой, как она дрожит-то. Ой-ой-ой. Этого я и боялся, друзья мои. Бежим. Черт. Прыжок веры! Офигенный у Салли путь. Я добрался. Просто перепрыгнуть. Я живой. А ему-то что, братан? А! Ну, блин, ну почему я так вздыхаю? Ну, это нечестно. Да ладно, мне надо терпеть. Ага, кажется, мы близки к цели. Ну, еще бы, после такого. Ну, после такого-то, конечно. Оп-оп-оп, я нашел. Дайте. Пули нужны. Нет, мы слушаем. Ох, ну и ну. Храм я отключу микрофон, чтобы он вообще не мешать. Статуи. Золотой статуи. Огромной золотой статуи. И посмотри, тут люди этой штуке поклоняются. Ну, вроде бы люди. Вроде бы. Ну, конечно. Эльдорадо, золотой человек. Салли, это не золотой город, это он, золотой идол. Эх, представляешь, сколько бы он теперь стоил. Тут следы, смотри. Наверняка испанцы его на бревнах вытащили. Мы опоздали на 400 лет. Значит, это все. Похоже на то. Вот черт. Ну, можно? Можно что? Пойти по следам. Прямо уж эти следы ведут к самому сокровищу игры. Не верю. Классно, я прыгаю. А мы вот и на улице. Тут след прервался. Судя по всему, опять колонны. Сократили себе путь, чтобы было проще вынести добычу. Класс. И что дальше? Залазь. И что же там? Я ожидал на сокровище, но пофиг.
Салли, ты слышишь? Водичка. А вот такой не каждый день. Ядерен батон. Боже. Четко. О, видите, сокровище там на носу по бобке, что я покажу. Во, он сверкает. Я так предполагаю, это третья глава. На этом мы и заканчиваем. Ну, да. Ого, послушаем вначале. Я сдох. Наверное, поднялись по реке в паводок и застряли. Пошли, посмотрим. Нет, стой. Как-то это все слишком чудно. Чудно? Ты будто никогда не видел немецких подлодок посреди джунглей. Я вообще-то серьезно. Давай так, ты жди тут, а я один слазаю. Если увижу нацистов, обязательно тебе сообщу. Давай, так и сделаем. О, стоп. Подержи пока у себя, хорошо? Ладно. Легких путей мы не ищем. Ну и как всегда, в принципе. На этом игру мы нашу заканчиваем. Да, третья глава. Удивительная находка. Ну, ждите продолжения. С вами был Натан Дрейк, был Кьюбер. С вами была игра Uncharted. И всем пока!